После планового мониторинга водоемов в январе специалисты гражданской защиты обнаружили засор на реке Сельц в районе поселка Дачный. Из-за ледяного дождя несколько деревьев перегородили русло. Эти деревья будут отрицательно влиять при прохождении активной фазы таяния снега, паводка. В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждение подтопления территорий дворовых построек. Спасатели управления гражданской защиты города Ульяновска приступили к разбору данных завалов. До дна реки 1.5 метра. Однако обойтись без специалистов глубокого профиля нельзя. Стволы деревьев пилить приходится с воды. Сложность на данном участке в том, что лед на сельде очень тонкий. В целях безопасного проведения работ используем водолазное снаряжение сотрудников, которые у нас обучены водолазным работам. Точных сроков завершения работ не называется. Спасатели работают до устранения завалов.